14 декабря безвременно ушел из жизни глава крестьянско-фермерского хозяйства Павел Васильевич Суханов. Это был замечательный человек, труженик, один из первых фермеров Дмитровского района. Фермерское хозяйство Сухановых было зарегистрировано 24 октября 1991 года. Это единственное в районе хозяйство, которое занимается выращиванием в больших объемах салатов различных видов, капусты, свеклы, репчатого лука и картофеля. Павел Суханов начинал свой аграрный бизнес с полгектара на Яхромской пойме и довел посевные площади до 200 гектаров. Плодородная земля поймы щедро благодарила фермера за тяжелый труд, давала прекрасный урожай овощей. Павел Суханов отправлял салаты и овощи не только в сетевые магазины, но и в школы и детские сады. Он всегда приходил на помощь молодым фермерам, давал советы, помогал словом и делом. Ценили его не только коллеги, но и районные власти. Павел Суханов был дружен с бывшим главой Дмитровского района Валерием Гавриловым. Слово Суханова ценили и в областном министерстве сельского хозяйства. Павел Васильевич Суханов, овощевод, фермер, лучший фермер. Это в океане фермерского хозяйства, это самый крупный хозяин, самый крупный овощевод и самый крупный корабль, который бороздил эти просторы. Конечно, фермеры остались без помощника, без консультанта. Его отличала от всех огромная трудоспособность. И Всевышний дал ему такую способность, когда он мог разговаривать с растениями, с ними договариваться, и растения ему отвечали хорошими урожаями. Но, к сожалению, он, к большому сожалению, его не могли слышать люди, те, которые могли бы помочь ему в оформлении его земельных участков, которые, к сожалению, до сих пор остались неоформленные. И он очень много сил терял вот на это и говорил всегда: одновременно воевать и созидать невозможно. Вот его слова. А он был великим созидателем, великим тружеником, кормильцем. Безусловно, для фермерского сообщества уход таких людей – это большая потеря. Я хочу пожелать фермерам и попросить, чтобы они помнили его. Его семье огромное соболезнование от всего нашего фермерского сообщества. Земля ему пухом. Но больше всего Павел Суханов любил свою большую дружную семью, супругу Неллю, сыновей и дочь. Заботился о них, построил просторный дом. Фермер всегда говорил, что нельзя одновременно воевать и созидать. А воевать ему приходилось с чиновниками, которые никак не хотели оформлять его земли сельхозназначения, с банкирами, которые предлагали кредиты под огромные проценты. Он считал, что главной ценностью нашей большой страны была, есть и будет земля. Она кормит и поет. И относиться к ней и ее тружникам нужно с благодарностью. Не выдержало сердце фермера в этой жестокой войне. Мы выражаем глубокую скорбь в связи со смертью Павла Суханова и приносим соболезнования его семье.